Дорогие мои подписчики, в прошлом году я поздравлял вас с Новым годом из Таиланда. В этом году холодно, зябко, мокро, я в Петербурге. Видите, какие у меня прекрасные виды. Что я хочу сказать в Новый год? Новый год – это новая жизнь. Новый год сулит массу всего интересного. Обязательно не пропустите это. Обращайте внимание на то, что происходит вокруг вас хорошее. И, конечно же, забывайте о плохом. Пусть плохое остается в прошлом, а с хорошим нужно всегда идти в будущее в ногу. За этот год вы вместе со мной стали, так сказать, более гастрономически образованными. У вас на столе появилась масса вкуснейших блюд, и я рад тому, что вы даете мне советы. Иногда ругаете меня, иногда хвалите. Это тоже ведь неплохо. В любом случае, вы стали частью моей жизни. И поэтому я от души благодарю вас за то, что вы есть. Я от души желаю всего самого наилучшего в 2020 году. Цифра-то какая? 2020. Нужно загадывать массу желаний. Они все сбудутся. Вот. Поэтому с Новым годом. И я надеюсь, что вы останетесь вместе со мной в следующем. Ура!